Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении», и мы продолжаем работу в режиме самоизоляции. Карантин продемонстрировал, что мир не готов к его вызовам. Многие люди оказались в тяжелых жизненных условиях и ситуациях. К сожалению, государство не может оказать помощь и поддержку всем нуждающимся в полном объеме. И тогда на помощь приходят они – волонтеры, люди, которые создают целые благотворительные сообщества. Об одном из них и пойдет сегодня речь. Сейчас со мной на прямой виртуальной связи Игорь Мгеладзе, предприниматель, основатель проекта «Мне не все равно». Игорь, добрый день. Добрый. Вы знаете, я когда готовилась к интервью, прочитала вашу биографию и наткнулась на один очень интересный факт. Вы пишете, что 2 года у вас была такая тяжелая депрессия. И я хочу, чтобы вот эта история вашей жизни стала отправной точкой для нашего сегодняшнего разговора, потому что психологи во всем мире говорят, что сейчас многие народы испытывают так называемую массовую депрессию, да, в связи с теми событиями, которые происходят. Это и коронавирусы, и экономические проблемы. И вы, вот расскажите, как вы лично вышли из этой истории, а дальше мы пойдем уже рассказывать о вашем проекте. Я думаю, что для начала надо рассказать, как я туда попал, чтобы, знаете, было понятно, как вышел. Я на тот момент уже занимался, получается, 27 лет, мне было уже 5 лет, я был предпринимателем, 4 или 5 примерно так. Вот. И следствием депрессии, по сути, ну вот разбираясь уже, да, и пытаясь выяснить, а что я там угодилось, как я там оказался, стало ясно, что причина — это потеря смысла. Да? То есть вот у меня конкретно на тот момент получилось так, что вот я просто оказался в вакууме. Я жил спокойно, у меня были понятные мне цели. Они были в основном все связаны с материальной и профессиональной реализацией. Там, добиться, не знаю, такой выручки, увеличить вот настолько прибыль, купить такую машину, там, квартиру, дом. Вот. Но постепенно реализуя все эти цели, в какой-то момент я просто понял, что это, ну, это никак не влияет ни на мое счастье, ни на ощущение наполненности. Вот. И задавая себе вопрос раз за разом, зачем я это делаю, я все продолжал не находить ответы. Вот. И оказался я, по сути, ну, такой очень классической депрессии, когда ты не понимаешь, зачем ты живешь. Вот. А сейчас у многих, да, вот то, о чем вы говорите, ситуация, она на самом деле схожа. Потому что, да, есть очень большое количество людей, которые испытывают стресс, связанный с тем, что ухудшились условия жизни. Вот. Но если говорить про именно депрессию, да, когда это глубокое переживание психологическое, да, то оно, как правило, связано с тем, что ты не понимаешь, зачем. Потому что даже стресс сильно легче и проще проживать, когда ты понимаешь, зачем ты его проживаешь, да, какая, по сути, тебе выгода есть. Вот я тогда, пересобирая себя фактически, да, вот если возвращаться к вопросу, как я туда вышел, посмотрев на свою жизнь, экстраполировав полностью вот назад весь свой опыт, да, я прям сидел и пересматривал, у меня это заняло порядка 2 лет, вот, так как сам по себе, ну, люблю копаться, вот, я такой исследователь по природе, я прям сидел, так знаете, вечерами, выходные, и прям скрупулезно пересматривал всю свою жизнь, выписывался, у меня есть такая практика мною заведенная, это дневник мой, вот, а какие события были, как они на меня влияли, какие периоды в жизни были эффективны, где я получал удовольствие от жизни на 100%, почему я его получал, от чего это зависело. Я пришел к такому выводу, что пики вот в моей жизни, да, реализации и полноты жизни связаны с тем, что я жил не только для себя, а я жил через себя для мира вокруг. Да, что через служение я в том числе реализовывал и свои цели, добивался их. Но при этом это было все-таки направлено на какую-то более серьезную, более глобальную, что ли, цель, чем просто я и там мой быт. Вот. И как раз формирование смысла, формирование миссии, это у меня все произошло в тот период. После этого я несколько иначе начал смотреть на жизнь, по-другому эту жизнь жить, и вот с тех пор мое настроение отличное, как сегодня. Игорь, вы знаете, в японской философии, вообще в японской жизни есть такое понятие, как икигай.
то, о чем вы сейчас говорите, это ярко выраженный икигай. То есть это смысл жизни. Каждый японец ищет свой смысл жизни. И он связан не столько с личным, естественно, там есть и компонент личного, но он связан именно с какой-то миссией глобальной. Он связан со служением, то, о чем вы сказали. И люди, которые находят свой икигай, они становятся абсолютно счастливыми. Поэтому я так понимаю, что вы человек счастливый. Да, да. Это, знаете, это моя суперсила. Замечательно. Меня когда спрашивают, ну, типа, просят представить, да, особенно в мире публичном, там ведь принято бравировать такой атрибутикой, как, там, не знаю, огромные выручки, там, не знаю, там, огромная численность компаний, если говорить про предпринимательский сектор. Я сам от этого уже давно ушел, я имею в виду именно от такого представления. Вот когда я пытаюсь более полно объяснить, ну, вот кем я себя считаю, это вот счастливый человек, который действительно сфокусированно работает над тем, чтобы жизнь была гармонична, да, потому что я давно понял, что материальный план, он важен, это ресурс для того, чтобы можно было в полной мере реализовать потенциал в этом мире, но это не основа, да? Это далеко не то, ради чего есть смысл жить, да, что ты там начинаешь просто менять время на деньги. Ну и сейчас мне хочется более подробно поговорить о вашем проекте, который родился в кризис. Он называется «Мне не все равно». Вы оказываете помощь и поддержку людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Во-первых, расскажите, как решили создать проект и кому помогаете? Мне хочется услышать какие-то вот конкретные истории, которые впечатлили вас, может быть, ваших коллег. Ну, история, опять же, начинается с тех времен. То есть тогда уже было понятно для меня и очевидно, что, ну, если говорить про мою миссию, я так достаточно практично сформулировал, так как я предприниматель все-таки, это развивая себя, развивая мир вокруг, да, или там через развитие себя, развивая мир вокруг. Вот. И у меня сама идея, она была связана с тем, что я сам стремлюсь к развитию, я изучаю много, я учусь постоянно, вот, работаю внутри своих компаний, и я понимал, что развивая себя и вот эти навыки передавая своему коллективу, да, за счет того, что я сам становлюсь более понимающим, что ли, жизнь, вот просто делиться с этим с ребятами вокруг, чтобы их жизнь тоже менялась, да, и ресурсами в том числе. Вот. Тогда я начал участвовать в проектах ВВФ, начал заниматься, ну, в основном экологией, да, потому что для меня изначально это стало более такой приоритетной задачей, так как это на тот момент мне казалось первопричиной тех проблем, с которыми сталкиваемся. Потому что когда мы меня там привлекали для помощи, ну, фонду, который помогал детям, которые болели ДЦП, вот я общался с основателем фонда, и мы вместе пришли к тому, что если бы экология была лучше, то тогда бы и проблем, возможно, не было. И я думаю, так, все, займусь первопричиной экологии. Вот. И долгое время мое внимание было там. Позже, разбираясь, да, с проблемами экологии, стало понятно, что экология – это не первопричина. Первопричина – это наше с вами сознание, которое умудряется легко и непринужденно принимать решения, которые вредят в целом как бы самому себе и планете, да, на которой мы живем. Вот. На тот момент я понял, что так, окей, надо заняться, ну, как я это для себя сформулировал, эволюцией личности. Потому что я помню свой путь, да, что я был, ну, если вы читали мою биографию, помните, что я очень долгое время был в армии, вот, закончил Суворовское, то есть у меня такой прям длительный военный путь. Я помню, что такое, когда ты не понимаешь своей ответственности за мир вокруг. Ну, ты просто не растягиваешь себя вот на такую ответственность. Да. Есть просто я, есть мои потребности, есть, не знаю, там моя квартира, мой, может быть, подъезд, максимум мой двор, но все остальное уже не мое, и там как бы... То есть если я еду по трассе и выкидываю бутылку в окно, то все нормально, потому что это не моя дорога. Вот. И я понимаю, что вот этот вот процесс эволюционный, он необходим для каждого из нас, как для члена общества, потому что пока мы не начинаем осознавать, что это наша планета, на которой мы живем, и наше действие вот прямо здесь и сейчас, оно будет следствием, да, то есть оно порождает причину, которая потом будет следствием, которое все будут пожимать, и я в том числе. Вот. Я начал фокусироваться на этом. Так родился проект MyWay, да, потому что все-таки это было начало проекта «Мне не все равно», он у нас внутри этого. То есть мы в рамках проекта MyWay создаем сообщество как раз людей, которым не все равно, да, которые начинают смотреть чуть дальше, чем свой нос. А проект «Мне не все равно», он уже родился как раз как ответ на текущую ситуацию, когда, ну, возникли проблемы, связанные с коронавирусом. Я, в принципе, имею большой круг общения, да, и действительно
много через меня проходит каких-то интересных историй и судеб, я понял, что сейчас, ну, большое количество людей просто оказались в, ну, в ситуации прям help, да, потому что для кого-то... Какая ситуация, какая история просто вас поразила, да, потому что я понимаю, что там целая копилка историй и помощи оказанной, но вот более конкретно можете рассказать? У нас внутри сообщества там большое количество людей, и в какой-то момент появилось сообщение, где одна из участниц просила, ну, просто помочь ей деньгами на продукты, потому что у нее трое детей, и у нее элементарно нет возможности купить продукты, потому что, ну, супруг до этого работал, его уволили, и вот они оказались как бы в статусе, что все, как бы просто финиш. А у меня очень это отрезонировало, потому что я помню свое детство, у нас в 90-х годах тоже достаточно непросто было в семье с точки зрения денег, я помню, как это было, ну, прям сурово, да, то есть мы на тот момент, ну, вот, ели просто вареное тесто. И у меня как-то... У всей страны так было. Да, ну, я-то просто как бы помню свой опыт, я понимаю, что это не только я там прожил такое его уникальное, то есть я просто на своей шкуре понимаю, что это такое. И мы на тот момент запустили процесс, просто внутри сообщества сказали, что, ребят, все, у кого есть как бы сложности, вы обращайтесь, ну, будем по мере возможности поддерживать, ну, потому что, ну, мне не все равно. Вот оно ровно так как бы родилось название, потому что, ну, реально не все равно, это такие же, как я, люди. Вот. Игорь, то есть вы оказываете адресную помощь финансовую, либо не только финансовую? Нет, там, мы, смотрите, мы изначально, когда, ну, вот, запрос первый появился, мы начали туда отправлять внимание с командой, мы для себя сделали как правило, что мы не помогаем деньгами, потому что я, ну, так как я уже не первый раз занимаюсь, ну, таким благотворительным проектом, я понимаю, что, к сожалению, есть целая огромная группа людей, такие профессиональные иждивенцы. Если сказать, что «здравствуйте, мы раздаем деньги», то количество желающих эти деньги получить, оно будет безмерно большим. Причем среди них будет много тех, кому они, ну, как бы, типа, ну, и тоже прикольно, что-то, пусть отправят деньги из Москвы, это ж почему нет. Угу. Вот. А поэтому мы сразу решили, что это будет адресная поддержка, и это будут продукты. То есть мы составили вместе с нутрициологами продуктовую корзину, да, фактически это продуктовый набор, который закрывает полностью потребность одного человека на 2 недели. Там сбалансированное питание, при этом оно оптимально собрано по цене, чтобы мы, ну, могли, естественно, большему количеству людей это, эту помощь оказать. Но как только мы начали взаимодействовать с семьями, сразу стало понятно, что мы проблему-то не решаем, да, то есть да, мы им в этот момент как бы оказываем поддержку, но раз уж мы так получилось, что вторглись в их судьбу, ну, фактически, да, то есть вот мы как бы уже вместе с ними внутри этой ситуации, то мы поняли, что нужно минимум поддержать их психологически, потому что многие, ну, переживали действительно такой, ну, сложный психологический в том числе этап. Мы собрали группу волонтеров, психологов, вот, кто взялся оказывать сначала просто психологические консультации, да, то есть у нас вот это, я вам рассказываю про эволюцию проекта, потому что ему-то, в принципе, еще 1.5 месяца от роду, но вот он как бы так растет. То есть сначала думали только продукты, потом поняли, что нужно поддерживать эту кризисную ситуацию и начали оказывать консультации. А прошло несколько сеансов, да, то есть мы фактически как бы получили опыт взаимодействия, стало понятно, что да, мы можем помочь им снять напряжение, но и это не решает проблему, потому что, окей, как бы им стало чуть спокойнее, мы вот там поддержали их продуктами, вроде кризис миновал, но им же нужно из этой ситуации как-то выбраться. И на текущий момент мы уже собрали тестовую программу, которую сейчас как раз начали тестировать. Это 6-месячная фактически программа, где у нас уже примерно следующая картина, что есть семья, у семьи есть куратор, кто ведет эту семью, есть закрепленный психолог. Вот, куратор занимается, по сути, ведением и координацией работы психолога плюс волонтера, потому что волонтеры помогают где-то, ну, там, привозят продукты, плюс мы узнаем, какая еще есть проблематика, поддерживаем с юридической точки зрения, если есть, допустим, возможность получить какие-то льготы, но люди не знают, как это сделать, да, то есть мы консультируем их на этот счет. И, ну, в том числе выясняем, какие еще проблемы, да, есть, чтобы можно было понять, где мы можем как-то поддержать их. Вот. И при этом есть программа, по которой ведет куратор саму семью. И там первый блок – это работа с поиском, ну, по сути, талантов, да, то есть мы пытаемся помочь человеку выяснить, а что же он умеет делать, да, то есть опираясь на что, он может снова вернуться в социум, да, там, трудоустроиться, уже стать самостоятельной единицей. И вот, собственно говоря, мы сейчас написали 6-месячную программу, которую как раз на текущий момент обкатываем. Слушайте, вот.
Потрясающе, просто потрясающе. Я аналогов вообще не встречала, потому что я с вами согласна, привести продукты – это одна история, да, это перекрыть как бы какие-то элементарные нужды семьи на 2 недели, но дальше она опять остается наедине со своими проблемами. И то, что вы предлагаете, это, конечно, очень серьезный комплекс, и просто браво. И скажите, сколько семей у вас сейчас вот находится на вашей опеке, из каких регионов, кому оказываете помощь? Смотрите, на текущий момент у нас именно в проекте участвует 20 семей. Прошло через нас 200, да, там, ну, порядка 200 семей, это с кем мы встретились, отвезли продукты, узнали, но не всех взяли в программу по нескольким причинам. То есть, ну, во-первых, были те, кому, прямо скажем, это не особо надо, то есть они как раз строили коммуникацию в формате «продукты неси», там, а больше не надо, вот, мы, соответственно, сразу этот момент тоже обозначаем, что, ребят, ну, мы готовы разово поддержку оказать, но именно проект 6-месячный все-таки для тех, кто готов участвовать, да, кто готов тоже быть вкладом. Вот, в этих 20 семьях это порядка 70 человек, ну, то есть там где-то двое взрослых, мама, папа, где-то только мама и, соответственно, дети, то есть, ну, почти больше половины это детей. Вот, в одной из семей 7 детей вообще, мама и 7 детей. Вот, и уже даже, ну, хоть мы еще и не очень много сделали, но я имею в виду, что небольшой путь пройден, но уже даже есть кейс, когда одна из мам устроилась, то есть вот 2 недели поработали, сняли, по сути, вот как раз стрессовую ситуацию, то есть она все успокоилась, адекватно оценила, ну, свои навыки и таланты, а вместе с уже куратором они разместили объявление, подготовили и нашли, по сути, работу, сейчас она уже опять встроена в социум. Вот, и основная задача, вот, она такая исследовательская для меня, да, потому что для меня все это, помимо того, что непосредственно помощь конкретным людям, это еще большая возможность изучить механику построения живых систем, потому что вот позиция куратора внутри этой системы, для меня это не просто люди, которые, ну, сейчас это люди, которые вот откликнулись добрыми сердцами, но сейчас параллельно как раз этим я занимаюсь последнюю неделю, я пишу для них образовательную программу фактически, где они через свое вот эту позицию куратора тоже развиваются, потому что это люди, которые непосредственно работают с семьями, вот прям в тесном контакте, являясь, ну, можно сказать, менторами их, если так можно, ну, вот, подобрать правильно, да, это слово. И я хочу постараться создать вот живую систему, где все участники получают благо, да, за счет вот проживания этого опыта, и при этом мы помогаем семьям решать их проблемы, чтобы вот в итоге это была живая система, где она живет не потому, что там мне сейчас это интересно, а потому что там всем хорошо и все получают пользу. Игорь, вы знаете, вот вы сейчас затронули очень важную тему, потому что я в своем блоге очень часто говорю о профессиях будущего и о том, каким будет мир. Ту модель, которую вы описали, это абсолютно новая модель благотворительности, мне так кажется, да, которую вы активно внедряете. И мне кажется, что за этим есть определенное будущее, потому что, например, сиделки через 10 лет будут более востребованы, чем менеджеры, да, потому что на смену придет очень много роботов и так далее. Вот, и какие-то профессии, которые нам кажутся, ну, как-то они не очень престижные, как раз-таки они и будут кормить людей. Но вот то, о чем вы говорите, мне кажется, это тоже относится к ряду новых профессий в области благотворительности и меценатства. Ведь люди могут в дальнейшем этим профессионально заниматься. Да. Я понимаю, что у вас стоит за этим внутренняя некая потребность, да, социальная миссия, но вы все-таки предприниматель, вы бизнесмен. И вы тем самым даете людям не рыбку, а удочку, да, и как вы думаете, вот эта удочка, она в дальнейшем может приносить вашим кураторам, например, доход, да, чтобы эти люди были востребованы? Ну, тут нам надо тогда от проекта мнений все равно вернуться к проекту MyWay, вот, потому что как раз там я сейчас, ну, чем я и занимаюсь, да, строю полностью вот этот путь создания, это именно профессию я хочу создать, у меня даже есть название уже для этой профессии, вот, это прогрессологи. Вот. А вдохновили меня в этом плане братья Стругацкие. У них есть такой роман «Трудно быть Богом», и там есть прогрессор. Да. Вот. И моя задача, по сути, сформировать, ну, можно назвать некую профессию, вот, которая помогает людям двигаться вот в рамках их эволюции. Потому что я сам большое количество опыта имею взаимодействия с классическими психологами, там, гештальт-терапия, психоанализ.
И ту проблему, которую я вот на себе почувствовал, да, что часто работа их, она не связана с какими-то конкретными прикладными задачами. Да, то есть вот нету конкретной ориентации на результат, а есть работа с проблематикой. Просто есть какая-то боль, и вот вокруг этой боли строится работа. А у меня же у самого очень большой опыт именно работы с собой и со своей жизнью связан с качественной работой с целями. Потому что вот если говорить там про целеполагание, то я думаю, что, ну, я прям прозрел, если так можно сказать, да, потому что, ну, очень много внимания я этому уделил, и действительно у меня есть возможность большое количество, в том числе 100 данных собрать, потому что вот программа MyWay, ну, то, что мы делаем, да, у нас там есть бесплатные программы тоже образовательные, то есть там, в принципе, все бесплатно. И одна из них — это как раз постановка целей. И я за этот год, через меня прошло примерно 25 тысяч человек, и я видел просто невероятное количество списков целей, невероятное количество списков визуализации. То есть я, ну, вот в объеме прям вижу эту картину, как она устроена. Я понимаю, что одна из проблем — то, что, люди, во-первых, людей в школе, ну вот нас, да, не обучают нормальному целеполаганию, то есть дети вырастают, и они не знают, чего хотят. Вот просто не знают. А это первая проблема, которую должен решать прогрессолог. Вот я прихожу как, условно, клиент, да, я прихожу и говорю, типа, ребят, вот мне нужна помощь. И первое, что мне должны помочь сделать, это понять, какие у меня есть таланты, на базе этих талантов разобраться с предназначением, зачем я здесь, да, какой смысл. Потому что это заполняет пустоту, это дает мотивацию к действию. Потом разобраться уже с прикладными целями, потому что просто отлетать в область предназначения, что я пришел сюда, светлая душа, и мое дело мир спасти, это тоже не совсем правильно, потому что здесь очень важно баланс соблюдать, да, то есть конкретные цели связаны с текущим твоим материальным миром. Вот. И дальше уже работа со страхами, с болями, с травмами, связанными конкретно с достижением этих целей. То есть у тебя есть вот список целей, и ты работаешь с травмами, которые тебе не дают возможность сейчас добраться до этого списка. И вот эту задачу должен решать прогрессолог. И для меня как раз вот это четвертое, ну, у нас это в моей картине, в моей архитектуре, это четвертая ступень проекта «Мне не все равно». То есть у него одна часть — это благотворительная, где мы решаем задачи общества, а вторая часть — это, по сути, образовательная, где будущие прогрессологи конкретно в живой работе разбираются, как это вот выглядит. То есть они до этого получают фактически навыки, исходя из работы с собой, то есть там до этого идет три ступени, где они работают с собой и осваивают эти навыки. А потом они реализуют эти навыки в служении, причем там большой блок — это служение без эго, да, работа со своей тенью, потому что очень много людей залетают в благотворительность с позиции такой, как бы вот, потешить себя. И у меня у самого просто тоже на этот счет большая такая внутренняя работа, потому что иногда я понимаю, что хочется, знаете, прям вот как бы прям сделать из этого что-то такое помпезное, да, вот что-то такое вот яркое, может быть, даже где-то потешить свое самолюбие. Но ты возвращаешь себя в реальность, начинаешь разбираться, так, окей, медийка нужна, если нужна, то зачем? Да, потому что я понимаю, что нам с точки зрения продвижения продукта, да, как, ну, проекта как продукта, нужна медиапомощь. Но я стараюсь как раз больше фокус давать на сам продукт, нежели на себя. Но это уже мои там заморочки, да, и Игорь, вы знаете, я так же, как и вы, стараюсь служить обществу, и мне хочется, чтобы каждая программа, она была полезна вот для конкретных людей. Сейчас удивительное время, в которое мы живем, и у многих сбит вот этот прицел, они не видят цели, они потеряли ориентир, они запутались, и понятно, что они могут обратиться к вам, но те, кто не решится, например, обращаться, таких тоже очень много, кто посмотрит программу и скажет: ну, да, мне созвучно, но я писать не буду. Но я бы хотел что-то для себя услышать. Вот люди, которые потеряли цель. Я понимаю, что написано куча книг по этому поводу, но какой-то совет от вас вы сами пережили. Да я думаю, что каждый человек переживал состояние депрессии, уныния. Как снова увидеть этот мир прекрасным, как увидеть цель, хотя бы просто увидеть ее, понимаете? Это очень важно тоже. Ну, здесь, ну, абсолютно верно говорить, что, конечно, миллион книг на этот счет написано, да, и сейчас сказать какую-то вот эту бронебойную фразу, знаете, какая прям успешный успех, вот, я думаю, что это точно не то, что нужно слушателям, хотя одну фразу я точно скажу, потому что она действительно очень глубокая, авторство здесь принадлежит Будде, вот, и звучит эта фраза следующим образом: не существует пути к счастью, счастье есть путь. Вот это действительно ключ к тому, чтобы осознать, что мир и все, что с нами в этом мире происходит,
оно уже по природе своей прекрасно, да, то есть вот одна из очень больших болезней нашего общества, то, что мы живем либо в будущем, либо в прошлом, мы перестали смотреть под ноги. Я вот недавно как раз рассуждал со своим другом о том, что современный человек, он ведь даже босиком по земле ходить забыл вообще как. То есть, ну, вот объективно многие просто десятилетия не ходят, только на пляже где-то босиком касаются земли. Вокруг нас вот просто миллион причин быть счастливым. Но только нужно вернуть туда внимание, перестать страдать потому, что уже произошло, потому что это произошло. И перестать переживать о том, что может произойти, потому что это не факт, что произойдет, это будущее. Вот побудьте немножко здесь. Если говорить про цели и про то, а как найти свои, да, потому что очень важно все-таки найти свои, не обслуживать чьи-то потребности, то здесь я очень рекомендую, нас вообще жизнь всему учит, книги даже не нужны, да, вот. Я очень рекомендую пересмотреть свою жизнь и особенно период юности, потому что, как правило, вот в юности мы живем по сердцу, вот по своей природе, да, у Сенеки в этом плане есть очень интересное, ну, такое правильное, как мне кажется, высказывание, это «живи сообразно природе вещей», да, вот у каждого из нас есть свой набор талантов, и в детстве, когда нас еще не трамбуют, вот в юности где-то 13-17 лет, вот этот вот период, когда мы, знаете, отстраиваемся от общества, мы заявляем о себе, да, мы заявляем о себе, мы заявляем о себе настоящим. Залезьте туда, посмотрите, каким вы были, куда вас тянуло, чем хотелось заниматься. И пробуйте просто добавлять этого в жизнь. Но при этом не нужно пытаться сравнивать, не нужно пытаться оценивать. Просто вот дайте больше немножко драйва в свою жизнь. Вот поживите, покайфуйте. При этом, ну, конечно, нужно держать некий фокус, куда вы двигаетесь, иначе можно превратиться просто в парня где-нибудь сидящего на Гоа с косячком за ухом. Да, это совсем не оптимистичный сценарий. Игорь, спасибо вам большое за это интервью, за ту помощь, которую вы оказываете. Я надеюсь, что наша беседа тоже окажется полезной для наших телезрителей. Желаю вам успехов, как можно больше единомышленников, и пусть это будет целое большое движение. Мне не все равно. Благодарю. Благодарю. Спасибо. Ну и в завершение нашей программы я хочу обратиться ко всем нашим телезрителям. Дорогие друзья, если вам не все равно, окажите помощь и поддержку тем, кто нуждается в ней. И, может быть, порой это кажется мелочью сходить в магазин за продуктами или в аптеку, но поверьте, за малыми делами кроются большие поступки. Давайте делать добро все вместе. Берегите себя и до новых встреч на телеканале «Русский мир».